А ты знаешь, что курить это плохо? Нет, расскажи. Вот мне родители говорили, что курить это плохо. Абсолютно верно. Вы же убиваете 7 минут своей жизни. Все знаю, мальчик. Вы же читали, что на коробочке? Вот если у тебя будут в будущем дети, вот ты им испортишь что-нибудь. А почему ты не хочешь выбросить сигарету сейчас? Давай ты еще кому-нибудь подойдешь. Ну давайте, пожалуйста. Сейчас докурим. Ну не надо. Все, мальчик, спасибо за внимание. Мы все поняли. А вы знаете, что курить плохо? Ну да. Знаете? Ну, на самом деле, надо... Почему вы молчите? А? Вот, отлично. Привет. А ты знаешь, что курить плохо? Да, я знаю. А почему ты куришь? Для любопытства. Почему? Если куришь, все равно умрешь. Если не куришь, все равно умрешь, да? Ну да, но ты же портишь здоровье своих будущих детей. А на свое здоровье плевать, поэтому куришь. Ну это же плохо. Выбрось эту сигарету. Выбрось ее и оттопчи. И? Ради себя. Что получится потом? Ну выброси. Выброси. И растопчи, растопчи. Так некрасиво будет. Все, да? Да. Ты молодец. Да. И ты тоже растопчи и выброси. Сейчас покурю потом. Нет, давай выбрасывай. Ну выброси. А кто тебя научил так? Нет, я за здоровый образ жизни. Ага. Молодец. Как тебя зовут? Левон. Азиз. Приятно познакомиться. Выброси эту сигарету. Хорошо. Я при тебе могу показать то, что... Молодец. Счастлив? Да. Все. Пока. Удачи тебе. Вот у тебя будут дети, они тебе испортят здоровье, потому что ты куришь. Когда я собираюсь сделать детей, я брошу. Ну, не надо. Нужно сейчас бросать. Еще ты портишь твои легкие. Ты же читала, что написано на пачке сигарет? Курение убивает. Тоже верно. Я задумаюсь. А почему ты не хочешь выбросить сигарету сейчас? Ну, хочешь, я выброшу. Давайте. Я надеюсь, мусорка. Ну вот, растопчи ее. Молодец. Тебе теперь будет все хорошо. Чище. Молодец. Пока. Нет, сигарет не портит моя жизнь. А легкие, вы же их портите, они станут серыми. Но... Растопчите ее, не надо ее докуривать. Ладно, так это будет. Ну, молодец. Молодец. А почему вы не хотите стопчать сейчас сигарету? Давайте. Ну, молодец. Ну, выбрось сейчас, пожалуйста. Ты молодец. Ты молодец. 7 минут вашей жизни просто уходят. Вы же меньше проживете. Вы молодец. Ну выбрось, пожалуйста. Доволен? Да, молодец. Я тоже. Давай. Пока. Да хочем бросить, а никак не можем. У вас есть дети? Есть. Ну, а вот вы же им плохой пример подаете. Да, понимаю, малыш, понимаю. Ну, бросить тоже. Ну вы же портите свои легкие. Вот в аптеках есть разные препараты, чтобы бросить курить. Я знаю. Ну вот, а почему вы не пробуете? Пробую какие-то, ну не получается. Пока не получается, но я очень стараюсь. А вы не хотите выбросить сигарету? Вот эту? Да. Выбросите ее. Вы молодец. Лучше выбросить эту сигарету сейчас, чем никогда. Это тебя кто такому научил? Я сам. Потому что курить очень плохо. Вы вредите своим легким. У вас легкие станут как ваш пиджак. Я знаю. Они уже такие. Но все равно выбросите, пока не поздно. Хорошо. Вы же убиваете 7 минут своей жизни. Вот выбросите сейчас. Да? Не надо докуривать, не надо, выбросите. Да, хорошо. Да, все. До свидания, удачи вам. Ребята, также я хочу вам посоветовать канал моего друга Жени Малиновского. Женя развлекает людей в чат-рулетке. Заходи на его канал, ссылочка будет вот здесь вот, и зацени его видео. Он действительно делает очень крутые видео, он крутой ютубер. Ну а мы с тобой увидимся на следующем видеоролике. Пока!